почему-то решили в последнее время работать синглами. Ну, потому что не имеют такой актуальности продажи альбома на CD-носителях. Скорее всего, если уж выпустим альбом, то выпустим его в сети. Но мы можем похвастаться и заодно поделиться с вами нашей большой радостью, потому что буквально вот на днях должен выйти, мы так решили, и мы, и продюсерская компания, что порадовать решили наших слушателей постоянных и выпустить бестовый альбом из песен всех лет, что вот собраны до сегодняшнего времени, и выпустить его на виниле. Это будет виниловый альбом, mm-hmm. очень большая редкость, раритет, в не очень большом количестве. Mm-hmm. И именно эту новость мы будем рассказывать, по-моему, 27 апреля уже в вечернем Урганте. Так что смотрите. Получается, мы первый об этом узнаем. Вы первый узнаете, да, а вот уже всему миру, как говорится, мы будем через первый канал показывать. Очень странными были и неуютными в этом плане, потому что меньше было концертов, чем обычно. Были март и февраль. Но вот судя по графику, слава тебе, Господи, вроде бы апрель уже все выровнялось. Вот. Я не знаю, как это продлится. Я очень хотела бы, чтобы все-таки кризисные времена быстрее закончились. Они все-таки не только там в России, они сейчас и в Украине, например. Они все-таки происходят сейчас, мне кажется, во всем мире. Вот. И вот мира. А мы, как музыканты, будем стараться петь песни, радовать людей. Баба. Нет, бой баба. А бой баба. Баба. Какая разница, да. Все равно мерзко. Да, звучит для девушки. Да, такая. А поете вот такие нежные песни. Откуда нежность берется? Ну я, правда, пришла в комбезе с мотнёй, да, как у меня мама говорит, что за мотня такая? А вот в комбезе, там, в шапке в этой такой нахлобученной, в шарфе, в каком-то этом жилете. Ну, не знаю, ну как-то. Я не то, что. Я, конечно, не бой, но сдачи не всегда могу и хочу давать. Нет. Я бывает, что ухожу и просто даже не хочу бороться. Но свою точку зрения, особенно если я чувствую, что она чем-то может помочь или от чего-то спасти, как мне кажется, опять же, на мой взгляд, я конечно, выскажу. Струнах в дебри, кассеты сиди, песен голос.